Давай. Не знаешь? Здрасте. Скажи здрасте. Здрасте, здрасте. Так, машина убегает. Огромная. Да? А? Огромная. Огромная. Я нормально. Собака. Но не завязанная. Отвязанная? Кушай. У меня глаза болят. Да это не болит. Привет, привет. Почти хорошо. Так, хромаю чуть-чуть. Болит чуть-чуть. Поехал. А? Что поехал? Куда ты затрамбал? Стой, не вытираю, где салфет? Затрамбовал, дальше нет, да? Вытираю, хорошо. Ручки. Я удачу. Нос. Нос вытри. Еще. Вытирай носик. Все. Вот тут губки, щечки. Все. Ручки. Правильно. Массины надо бояться. Да, мои. Йоу-йоу, да? Да. Зато скажи, не холодно, да? Да. Как бабай. Бабай? Да. Давай ручку. Смотри, скоро и папа. Ну давай ручку. Папу на такой катали. На этой папу и катали. Ага. Может, кто-то повезли? Ага. Тебе не жарко? Нет. Жарко. Да? Да. Расстегнем. Жалко. Я телефон ищу по карманам. Доча, ты красотка? А? Сами падаешь. Как бабай. Падаешь. Может снять? Да. Потом будет холод, наденем, да? Да. Ты снимешь? Я снимаю. Чё, наелась? Да. Чё, дойдём до дяди? Тикает машина, машина. Давай ручку. Нет.
Могу вытащить. Давай вытащи. Кто не снимает, точно. Держись. Нету? Не выпал? Выпал. Мама обосрала, потому что купила. Молодец. И кепку. Кепку. И платье. Платье. Да? Да. Куда идем? Пойдем. Куда идем? Дай. Покажи болячку. Где болячку, Ксюша? Где болячку? Не покажешь? Как дела? Ты чё базаришь? Тепло у вас, да? Душновато даже. Помнишь, я владею на самокате упала? Да? Да. Ну чё ты падал? Ёжик. Давай на обочину. На обочину. Руку на обочину. Тетя с дядей. Это дядя. А, доча тоже летать умеет, да, доча? А знаешь, там Миша живет. Угу. По крановичи. 17. А, не играет. Едут. Едут. Да, не туда едут. Это сено. О, сено. Надо уходить, да? Ты будешь стоять на машине. Не ругайтесь, девочки. Знаешь, ты только вас на машине едешь. Где? Ну, сам, на машине. Что сам, Миша? Ездить. Я буду ездить? Да. Почему? Потому что. Почему? Потому что. Почему? Потому что сам не падал. Чтобы не падал, надо ездить на машине? Да. На мотоцикле нельзя? Нет. Больше нельзя ездить? Нет. Ты же сама ездила с папой. Ну и что? Больше не будешь? Нет. Страшно? Да. Вон, дядя. Быстрей. Ладно, всем пока. Пошли мы в гости. Так, Надю не обижать. Всем пока.